изучать новую местность рядом с домом. Тут какие-то у нас рельсы. Говорят, по прямой можно выйти к Неве. Сейчас посмотрим. А, тут у нас кладбище. Старое кладбище. Киновеевское кладбище. Какое у нас тут оказалось кладбище красивое такое. С фонарями, с мостиками. И прямо до Невы можно дойти, наверное. Тут еще говорят, церковь какая-то. По прямой до Невы сейчас дойдем. Мы живем-то не так далеко от Невы. Вот, узнаем свою местность. Никогда здесь раньше не были, хотя живем здесь сколько уже? 16 лет? Не совсем здесь, мы дальше. Ну, в этом районе. Ну, 16 лет. Даже. Да все равно, как бы, жили. Ну, ходили здесь по дальневосточному. Женька знает. Женька знает, но она в этом, на этом кладбище, говорит, тоже никогда не была. Прикинь. Действующее кладбище. Красивые такие леса. Птички поют. Ой. Для успокоения души иногда хочется просто прийти на кладбище и посидеть. У нас здесь, конечно, хоть никого нет, но вот после джелочки душа тянется в такое уединенное, спокойное место. Тут такая аллейка красивая с папоротником, там дальше столб какой-то. Воинам советской армии, павшим в боях. Такой вот памятник. И вот такая вот церковка тут находится. Через нее, говорят, можно выйти к Неве. Сейчас посмотрим. Тут это что, остановка такая? Куда-то вот оттуда выходили. Елочки какие красивые. Да, хозяин есть у этого кладбища. Да. И, наверное, немец, мама говорит. Да. Мы тут пройдем? Ну да, видимо. Отсюда люди заходят, выходят. Туалет, если надо. Да, вон там колокольня какая. Пошли через это пройдем, тоже посмотрим. Какой-то дворик административный. Что написано? Инвентарь. Ну, я и говорю, административная. Церковная лавка. Крест. Что тут? Отцы и братья. Простить меня грешного. Читай. Смотритель Киновий иеромонарх Паисий Кривоборской. А, ну вот это в честь кого кладбище назвали. 14 ноября 1754. Ну, вот такая вот. Напишу, видимо, теперь. Взамен этого построил церковь, возможно. Ну, может быть, он как бы, как это, благотворительностью-то спонсировал это, выделил деньги после смерти, или как это, надо будет почитать. Колокольня какая красивая. Надо про это кладбище почитать. Ага, колокола такие резные. Интересно. И буквально за церковью уже Нева. Вот такая вот красивая церковь. Все так ухожено, прямо как в лучших домах Европы. Мама сказала. Да, мама? Да, мама? Да, Настя, точно хозяин немец. Че? Ну, все так четко. Газон, тротуар, вход в здание. Я готова поспорить. Ну, погуглим. Теперь мы пойдем с этой стороны. Что тут еще посмотрим? Детская площадка вон там вдалеке. Ну, люди с детьми приходят помолиться, или что они тут делают. А может, тут какие, когда праздники, ну, чтобы посидеть, отдохнуть, да, детям вон по горкам полазить. Все продумано.
даже пожарная лестница. Красиво, конечно, очень ухоженно, очень все чистенько. Точки. Да, и газон, смотри, какой. Не ожидала я, конечно же, такого вот надо увидеть в России. Посмотрим, кто? Посмотрим, кто тебе. А вон березки, смотри, какие сейчас надо оттуда дойдем. Правда, поникли все, но они еще молоденькие, вырастут. Вот еще березки какие красивые. В полях с клевером. Клевер какой насыщенный такой. Хорошо тут так. Тихо, спокойно, умиротворенно. Вот думали, это просто скульптура на кладбище. Оказывается, это памятник такой. Миллер. Семейная пара. И знаете, кто автор этого памятника? Зураб Церетели. Представляете, что мы нашли на местном кладбище? Вороне как-то бог послал кусочек сыра. Ворона! Здравствуй, старая ворона! Как твои дела? Ты кого там с небосклона целый день звала? Улетела. Держи вот еще. Чашечку. А, вот прям чашечку. На. Ой, много, много. Она сейчас наестся. Много-то не надо. Много не надо, может там другие. Ну ты дай хоть это, попробовать сначала в ротик. Привет! У тебя, да? Ой, по одной, нам по одной. Да. Давай. Держи. Ты ему хороший. Не бойся, не бойся, а у него, у другого носик. На, на. Да? Держи. Нет. Ну, на, я, говорит, боюсь. Тебя боюсь. Ну, на, а тут поела. Ну, голодный. Это тоже ест с асфальта. Да. Это девочка видно по лицу. По личику видно. Ты хорошая какая. Девочка хорошая. А тот пацан. Тут караулить улегся. А я кусать хочу. Кусать хочу. А ничего. Держи. Не ели никогда. Ну да, такая. Вроде бы что-то мясное. Девочка. А зубки беленькие. Молоденькие. Молоденькая, да. Они тоже прибились, видно, бездомные. Наверное. Ну что, охраняют, подкармливают их. Мало. Ай, какая красивая, какая хорошая девочка. Девочка? Девочка. Да парня-то тоже надо. Полкан, иди сюда, иди. Что, смотрит, что она там ест, что ли, что-то? Он боится. Он боится. Ты попробуй, попробуй. Не хочу. Ну. Иди, иди, иди. Ну, чего ты боишься? Вон она бежит, красотка. А какая красотка бежит. Не боится. А что, она что-то ест? Ну, дай-ка попробую тогда, что она там ест. Дай это на руке попробую. Полкаш, полкаш. На, на, полкаша. Держи. Надо отметиться. Отметиться надо. Держи. Полкаш, держи. Не бойся. Боишься? Ты меня боишься, полкаш. Вот такое вот хорошее кладбище мы нашли недалеко
от нашего дома. Всего в 10 минутах ходьбы. Ну, 15. Так что будем сюда часто ходить гулять. Очень уютное и хорошее место. Как парк прямо.